еще будет грунт, противоэрозионный материал и растительный. Полигон будет весь как зеленый холм. Полигон в Чистцах. Работы по рекультивации здесь стартовали в 2020 году и близятся к финальному этапу. Глава муниципалитета проинспектировал объект и вместе с депутатами-единороссами и общественниками провел рабочее совещание. Профессиональное пристальное внимание несколько следующих лет. Мы уже мечтаем о горнолыжном курорте, но еще до этого нужно на полигоном заниматься, поэксплуатировать, чтобы свалочный газ вышел и другие процессы тоже произошли. На данный момент установлены экраны полигона, подпорные стены, очистные сооружения и система по сбору и отведению фильтрата. На объекте работают 72 рабочих и 28 единиц техники. Подрядчик отметил, что за время рекультивации в воздухе ни разу не фиксировали превышение вредных веществ. Работы ведутся с опережением. Планируем завершить их в сентябре, не дожидаясь там сроков завершения по контракту, конец года. Объект в хорошей стадии готовности, рисков его завершения не видим. То есть по технологиям и оборудованию, то есть все поставки организованы, то есть все материалы, используемые при рекультивации, у нас на объекте в наличии имеются, поэтому то есть, погода благоволит. Работы на полигоне в Чистцах проходят в рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального «Чистая страна». Андрей Иванов поручил и дальше держать на особом контроле экологическое состояние объекта. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».